Вот такая милота. Нашим малышам сегодня исполнилось 11 дней. И два щеночка у нас длинношерстные, а два короткошерстных. Один щеночек уже открыл глаза, мальчик. Остальные только-только начинают. Дела мышлетки. Вот это, ребята, мальчик. Длинношерстный. Вот такая вот шикарная собака. Вот такой красавец. Напомню, что мальчики будут предлагаться. Они, в принципе, уже открыты для резервирования. Тип шерсти я уже вижу. Вот такая ляля. Вот такое солнышко. И второй мальчик. Это Брют. Он уже открыл глазки, голубо подпалы. Мальчишечка тоже открыт для резервирования. Вот такая сладкая собака, 11 дней. Вот такая сладкая собака. И вот этот мальчик. Так, а девочек я просто покажу, они не продаются. Вот она, шоколадка, тоже начинает открывать глазеночки. Красавица Эссе. Так. И падам, длинношерстная Бажена. Вот такая вот у нас, ребята, красота. Вот такая вот у нас, ребята, красота. Вот такая вот красота. Давай покажем. Подпалы яркие, сама светлая. Вот такое вот, вот такая вот, вот такое вот у нас счастье. Тихо. Никуда не ползем. Вот такие вот сладкие. Голубые шоколадки. Вот такие зайчики. Где девочку там закопали? Там закопал нашу красавицу.